Друзья, всем привет! У нас 2010 год, Cadillac SRX. Автомобиль у нас будет разбираться на запчасти, как всегда. Автомобиль имеет у нас в основном передние повреждения. Сейчас я вот хочу протестировать мотор. Я его сейчас попробую завести. Ненадолго, сразу же покажу. На автомобиле у нас 132 тысячи, как мы видим. Потому что когда автомобиль уже заводишь, пробег будет тяжело показать. Автомобиль завелся у нас, как мы видим. Навигация такая выезжает тут и заезжает. Ошибка висит, естественно, потому что у нас передний удар. Стеклоподъемники рабочие. Свет выключу тут. Давайте покажу работу двигателя сразу. Выйду и заглушу автомобиль. Это 3.0 V6. Мы видим 3.0 V6. Работа двигателя отличная. Масса в двигателе присутствует. Передний удар. Заглушу автомобиль. Не буду его мучить. При таких ударах может сработать. Компрессор кондиционера. Ремни могут порваться, ну и много всякое такое, и фены могут сработать и уже трещать. Покажу передний удар. Передняя фара у нас, она целая, но вот ушко вот так вот тут обломлено, но кусочек это присутствует. Фара хорошая. По переднему бамперу он полностью не годится, но его вот эти комплектующие вещи, они многие на месте. Решетка, естественно, не годится, как мы видим. Капот тоже в этом автомобиле полностью весь загнутый. Фара получается пассажирская, она целая, в хорошем состоянии. Крыло целое, имеет минимальный скол и царапины. Резина в этом автомобиле очень плохая, но диски хорошие. По дверям имеет такие вот. Двери полностью уже не годятся, их не восстановить, они только на запчасти. Зеркало целое на месте стоит. Очень такие сильные повреждения. Даже сместил эту дверь, большой зазор ее деформировал. По задней части автомобиль практически весь целый. Отсутствие вот этого вот фонарика. Открывается. Фонарь целый, но имеет такие вот вода, присутствие воды в фаре. В общем, она целая. Салон у автомобиля отличный. Задняя четверть имеет дефекты, в этом месте видно. Салон полностью весь кожаный. Обшивки у автомобиля хорошие. Посмотрим с водительской стороны. Все отлично. Сиденье. Классно, столько все ездит, все работает. Панорама у автомобиля. Присутствие таких вот молдингов. Вроде целый, но с минимальным дефектом. И хромовый молдинг, но он поломан, вот тут он треснутый. Молдинг уже не годится. И безопасность у этого автомобиля, кстати, вся полностью целая, с ремнями, все подушки, все на месте. Ну, на этом все. Заканчиваем наш видеообзор. Всем пока.